Приветствую вас. Я думаю, что то, что случилось, то уже случилось. То есть вы уже этого не исправите, вы уже этого не измените. То, что произошло, это произошло. Я не знаю, почему вы, знаю, что у вас трудный ребенок, все время на работе. То есть, почему вы, зная, что у вас трудный ребенок, не позаботились о том, чтобы он постоянно был под присмотром? То есть, тут как бы нужно понять, что первичное. То, что он трудный ребенок, или то, что вы на работе все время. Тут как бы вот одно из двух. Но, скорее всего, его трудность состоит в том, что вы все время на работе. То есть первично, мне кажется, все-таки то, что вы на работе, а не то, что он трудный. То есть именно потому, что вы все время на работе, а ребенок растет без отца. Ну, вот. Значит, создает условия для того, чтобы он был трудным. Более что, как я понимаю, новую личную жизнь, да, то есть нового мужчину вы в свою жизнь приводить не собираетесь, вводить не собираетесь. А ребенку, как и любому мальчику, нужен, в общем-то, нужен отец. Если отцом не может быть его родной отец, ну, коль уж так получилось, то, соответственно, эта миссия ложится на кого? На его родных, да, на ваших родных, то есть на ваших, например, дедушку, на ваших братьев, на ваших, может быть, отца, на ваших друзей и так далее. Ну, согласитесь, странная история получается, когда вот ребенок, да, вот он трудный ребенок, растет без отца, а вы все время на работе. Такое впечатление, что вы пытаетесь, не знаю, от ответственности уйти. Знаете, ну, как бы, и к чему это по итогу-то приведет? Ни к чему хорошему по итогу это не приведет. Вы сами это видите прекрасно. Вот. И, собственно, в этом и есть основная трудность, да, что ребенку просто не хватает внимания, не хватает любви. Не хватает мужского общества, возможно. Вот. И, соответственно, в этом и заключается вся сложность. Поэтому ругать его, ну, как бы смысл. Будете ругать, он, может быть, с вами согласится, да, вот, если будете его ругать. Но он может быть с вами согласится. Вот. Может быть, вы его пристыдите, допустим. Да, вот, ну. Ага, может быть, вы его сможете пристыдить. Вот. Может быть. А может быть, нет. Хотя. Вот. И что в таком случае будет? В первом случае ребенок просто загонит все свои желания внутрь, будет себя обвинять за то, что он какой-то не такой, за то, что он какой-то неправильный, за то, что он совершил абсолютно ужасный поступок, да? Вот. Вы говорите, что это было насилие, а
Где доказательство, что это было насилие? Почему вы решили, что это было насилие? Вот. Кто сказал, что это было насилие? Даже если это было насилие, то вам нужно донести до ребенка только одно, что ничего нельзя делать против воли другого человека. То есть не ругать, сказать: дорогой, я понимаю, тебе ты это хотелось, я понимаю, у тебя была какая-то потребность, да, неважно, что он сделал. Об этом говорить не нужно. Вопросов секса лучше не касаться. Вот. Я понимаю, что тебе что-то хотелось, я понимаю, но почему ты сделал это против воли? Почему ты сделал против воли? Вот именно так с ним вам нужно поговорить. Чтобы он высказал вам чувства, чтобы он выразил вам то, что его волнует. Понимаете, ваш ребенок практически подросток. Еще чуть-чуть, и он совсем станет отдаленным и отстраненным от вас. И тогда он точно ничего не сделает. Но это первое. Второе. Необходимо, чтобы вы проводили с ним время. Как угодно, чтобы вы проводили с ним время. Нужно, чтобы ребенок чувствовал себя нужным. То, что произошло, это не выраженная его потребность в любви, во внимании, в ласке, в тепле, т.д. и т.п. Это второе. Третье. Необходимо, чтобы в вашем доме появился мужчина. Ну, это означает, что вам нужно налаживать свою личную жизнь. Чем быстрее, тем лучше. Потому что времени у вас до 14 лет не так уж много осталось. До 14 лет ребенку. Вот. Так что вот тут такая история. И последнее, что нужно сделать, это проанализировать свое собственное поведение, свое собственное отношение, как и что вы, какое у вас состояние психологическое, какое у вас состояние психическое, какое у вас состояние физиологическое, насколько вы удовлетворены тем, что вы делаете, насколько вы гармоничны сами с собой, и гармоничны ли вы сами с собой, удовлетворены ли вы, вот, насколько вы жертвенны в своем поведении, вот, и принести в него, в поведение, гармонию, потому что без этого вы, опять же, своему ребенку ничего не дадите. Вот вы пишете, да, я не знаю, что делать, к кому обращаться, кто мне может помочь, да, то есть у вас сейчас все, у вас паника, потеря вообще ориентации, да, то есть пространственной, целевой, и так далее. Вот, сразу, к кому мне обратиться и кто мне может помочь? Помочь в чем? Помочь в том, чтобы ребенок перестал хотеть того, чего он хочет? Нет, тут вам никто не поможет. Помочь вам его лучше контролировать, но может быть, но приведет это только лишь к негативным результатам, еще большим негативным результатам. Направить ребенка к детскому психологу, ну можно направить ребенка к детскому психологу, если он хочет этого сам, если он понимает, что у него проблемы, 12 лет тоже достаточно большой возраст, если он понимает, что у него проблемы, что он поступил неправильно, да, можно его направить к детскому психологу. Вот. Но детского психолога нужно выбирать очень грамотно, потому что детский психолог работать должен предельно деликатно с ним, с ребенком. Лучше, опять же, если это будет мужчина. Лучше, если это будет мужчина, не женщина. Вот. Что еще? Исправить, чтобы он, не выбирал себе партнеров для интимной жизни мальчиков. Нет, это уже не ваша ответственность, это исключительно его. Вот. Сделать так, чтобы он больше не совершал насилие. Да, можно, для этого необходимо разобраться еще раз с вами. С вашей внутренней организацией и с вашей внутренней домашней атмосферой, которая царит у вас. Понимаете? Без этого, если мы не разберемся в этом, ничего не получится. Абсолютно. Понимаете? Вот. Вот так.
собственно говоря. Ну, вы же не думаете, правда, что ребенок сделал то, что сделает хорошей жизнью? Ну, правда. Вы же не думаете, что он вот хотел бы нашего плана это сделать? Нет. Нет. Это сделает безысходность. Он это сделает безысходность. Жалею ли я его? Нет. Нет, не жалею. Но это элементарная эмпатия к ребенку. Прежде чем его за что-то ругать, прежде чем его за что-то обвинить, прежде чем его обвинять, прежде чем куда-то его направлять, да, в кавычках, исправляться, лечиться и так далее. Ну, сперва нужно научить его, как он считает. Сперва нужно создать все условия для того, чтобы он этого не сделал. Чтобы если он уж и завершил какие-то поступки, что чтобы вы могли с уверенностью сказать, что это только его ответственность, что вы за это не отвечаете. Вы не отвечаете на то, что это он сделал. Вы могли себе с уверенностью это сказать. А вы можете сейчас с уверенностью сказать, что вы не несете никакой ответственности за то, что он сделал. При условии, что он растет без отца, при условии, что вы постоянно на работе, при условии, что у него никакого контроля нет. Вы действительно считаете, что вашей ответственности в этом нет? Откуда у ребенка может возникнуть такая идея? Если его любят, если его уважают, если ребенок чувствует себя защищенным, значимым, полезным, любимым, вы действительно считаете, что он стал бы так делать? Может быть, и стал бы. Но тогда вы не были бы в ужасе. Тогда вы бы понимали, что у вашего ребенка какое-то отклонение, да, например. Например. Потому что дело не в выборе интимного партнера. Дело в том, что это как бы, ну, преступление, да, по сути. А это значит, что у ребенка отклонение. Это отклонение, возможно, психическое, и с ним нужно что-то делать. Но до тех пор, пока не будут соблюдены условия для того, чтобы ребенок рос нормально, нельзя говорить о том, что он виноват в том, что произошло. Без контроля, без отца, с постоянно отсутствующей матерью, то, что произошло, нормально. Понимаете? Вот и все. Такая вот простая мысль. И вы либо примите это, измените свое поведение, окружите своего ребенка лаской, любовью, заботой, теплом, да, дадите ему все, что ему необходимо. И тогда уже будете с уверенностью говорить, что я сделала все, что могла, да, но я либо там не успела, либо что-то еще. Либо вы будете продолжать действовать так же, обвинять своего ребенка в том, что он плохой. Ну и, по сути, каждый по итогу получит то, чего он заслуживает. Вы получите неблагодарного асоциального сына, который будет, скорее всего, сидеть в тюрьме, когда вырастет. Вот. А сын получит свою загубленную жизнь. Вот, и аутсайдерство в обществе. Решать вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.